Так, следующий вопрос. Ну, есть вопрос довольно-таки забавный. Планируете ли вы создание и описание методики саморазвития человека, ну и так далее. Ну, вы знаете, в принципе, методики, я в принципе уже, если говорить, я уже много что написал. Просто у людей сложилась привычка, что у них была инструкция. Что вот нужно действовать так, 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 и тогда ты получишь вот это. Поймите следующее, что для развития, развитие происходит только через действие. То есть для того, чтобы развиваться, нужно сначала, в первую очередь, должно быть знание, то есть понимание того, что вы делаете. Если будете делать просто так, не понимая, что вы делаете, никакого развития не будет. Даже если у вас будет потенциал, все нужное качество, то никуда вы в развитии не идете, скорее всего, уйдете назад. Поэтому для того, чтобы развить, не существует методика. Методика – это единственная методика, которую я делаю. Это действительно создаю, пытаюсь довести человека до просветления знания. Когда он начинает понимать природу, механизмы и так далее, и так далее. Без этого человек не сможет двигаться вперед. Это первая фаза. Поэтому это уже есть в какой-то степени, но не в той форме, как люди привыкли. Второй вопрос – развитие. Так вот, когда человек имеет уже понимание, для того, чтобы развиваться, человеку нужно иметь потенциал для своего развития, у каждого свой, и действие. И вот в зависимости от того, как человек будет правильно применять понимание природы, как правильно будет использовать свой потенциал, будет зависеть от того, как он и куда дальше он продвинется вперед. Потому что через действие, которое человек будет действовать, имея понимание и потенциал и качество нужны, человек может двигаться вперед. И движение будет вперед до тех пор, пока он не упрется в стенку, которую дальше он не сможет выйти. Что это такое? Это как, знаете, как у Канта вещь в себе, черный ящик. Что вот досель познаваемо, а дальше непознаваемо. Досель познаваемо, почему? Человек подходит с каким-то определенным алгоритмом к решению проблемы. И вот этот алгоритм, какой бы он хороший ни был, он имеет свой предел. Вот когда вы выработаете этот предел, то с таким, тем же самым алгоритмом двигаться даже вперед вы не сможете, как бы далеко вы уже не продвинулись, использовать этот алгоритм. Если вы ничего не менять не будете, то вы придете в стенку, и дальше ничего не будет. Для того, чтобы двигаться вперед, нужно изменить понимание, изменить алгоритм, так сказать, своих действий. И тогда будет следующий движение, толчок. И так до тех пор, пока вы сообразите, как по-другому качественно подходить к решению задачи. Но в любом случае развитие происходит через действие. Просидеть у моря или как вот, допустим, интегральная йога Шри Аурбиндо, суть ее такая, типа, жди, готовься, когда озарение придет к тебе. Да никогда озарение не придет, потому что озарение – это есть саморазвитие человека. Ожидать, сидеть у моря и ждать погоды – это значит, что ждать, пока другой берег океана придет к тебе. В принципе, теоретически такое возможно. Платформа движется, и, естественно, плиты тектонические разбегаются, сбегаются. Если плиты сбегаются, то другой берег океана когда-либо, через несколько миллионов лет, может, дойдет до другого берега, они соткнутся. Ну, не знаю, если подождете столько лет, может, и придет. А во всяком случае ничего не происходит.